в нашому ефірі, от останньому, на пряме запитання про можливе злиття опозиційної платформи, де лідером є Медведчук, ваш соратник пан Вілкул відповів: ніколи не кажи ніколи. Чи питання таке, чи є у вас на сьогодні розбіжності з паном Вілкулом у баченні майбутнього, у вас особисто, і чи можете ви гарантувати, що особисто вас в об'єднаному списку Оппоблоку, якщо він буде, не буде, якщо така ідея прозвучить? Какие-то вопросы нам сильно разные раздаете. У нас есть программные расхождения с оппозиционным блоком, в том числе в методике решения конфликта на востоке нашей страны, но мы готовы к компромиссу и понимаем, что страна стоит на пороге огромных вызовов. И, кстати, Зеленский один из них. Мы все очень любим очаровываться, но мы точно так же очаровывались Ющенком в 2005 году. В 2014 году Порошенко победил в первом туре, а потом поназначал одноклассников, соседей из корпорации «Рошен». Вы знаете, первые назначения Зеленского мне тоже что-то напомнили. Те же одноклассники, только «Рошен» на 95-й квартал поменялся. Но, слава богу, это его епархия, да, это, в принципе, от этого зависит работа его аппарата. Я надеюсь, что на ключевые должности будут назначать все-таки профессионалов. Вы рассказываете про не сильно опытных, которые построили армию, но я сомневаюсь, что вы лечить зубы пойдете к гинекологу или к сантехнику, правда? Все-таки каждый должен заниматься тем, в чем он умеет. И я согласен абсолютно с Кучеренко. Ребят, а мы подопытные. Вот то, что он научится, получится, а если не научится, не получится. То это же все будет отражаться исключительно на Украине. И не соглашусь с паном Розенблатом. Зеленский президент независимой суверенной страны. Очень меньше он будет оглядываться на то, что сказал Джулиани или Путин, тем, скорее всего, Украина будет более успешной. Мы должны вернуть себе субъектность во всех отношениях. Євгеній, чи я вірно вас зрозуміла, що ви готові на компроміс в об'єднанні? Що Оппоблок може знову стати єдиним? Смотрите, люди объединяются не вокруг брендов. Люди объединяются либо перед лицом угрозы, либо вокруг каких-то ценностей и рецептов. Я могу сказать, мы в активной фазе объединения с Новинским, Колесниковым, Вилкулом, с вот этой частью Оппоблока. Я знаю, что есть настроение и желание, да, вести более широкую дискуссию на левоцентристском поле. Я могу сказать, мне не все нравится, я не совсем согласен. Но если совокупное коалиционное, скажем так, оппозиционное решение будет принято. Підете на якісь поступки і будете в одному списку з Рабіновичем. Я в будь-якому випадку подумаю, коли пойму, вокруг чого ми об'єднання. Добре. Поки що ні, я вам дам слово. Я би ще хотів об'яснити, да, це все вирішується не на рівні лідерів там, да, це можуть об'єднатися квазі-партії або псевдопроекти. Ми це будемо вирішувати на з'їздах і почнемо дискусію, як мінімум, в політсоветах.